есть вот такая проблема в этой породе. Лысеет собачка. Видите, надеемся, что снова скоро будет наш пушистик красивый. Им. Всем привет! А у нас новое видео из парка. Только сегодня мы гуляем с папой и с нашим Бу. Привет, Букаса, да. Сегодня тоже классная погодка. Поехали? Поехали. Мы снова пришли в веревочный парк, да, твой любимый? Кто-то в садике ел буряк. Покажешь? Что тут у тебя? Пиу! Красота! Вот она, твоя вторая трасса. Самая любимая и страшная часть маршрута. Отпускай веревку. Веревку. И кого ты тут встретила? Девочку? Теннисистку? Я тебя догоню. Трусишка наш ждет, да? Букашек. Нашел, да? Букашек, нашел нашу машину? У нас сегодня прогулка была какая-то быстрая, да? Алиска захотела мороженое из Макдональдса, поэтому едем сейчас за Макфлури. Букашем носом. Пушечка, скажи привет нашим друзьям. Аф! Да? Как ты? Аф-аф! Красавчик наш. Кстати, ребят, у нашего песика алопеция. Это такая проблема, когда лысеет собачка. Видите, у нас тут немножко мало шерсти, такие розовые бочка. Да, впереди все красиво, хорошо, а по бокам такая себе красота. Но мы только что встретили еще одного шпица в парке. У него есть ситуация даже похуже. Но, к сожалению, есть вот такая проблема в этой породе. Шпицы, они такие милые, пушистые, но почему-то лысеют некоторые. Вы чего надумали, а? Ну, мы уже лечимся. Потихонечку у нас шерсть отрастает. Надеемся, что снова скоро будет наш пушистик красивый, мягенький, волосатенький. Да? Им. Кто тут заснул в машине? А? Ляля моя, наклейки бабушка подарила. Куртки поснимали, потому что жарко. Доброе утро, Кинец. Пойдем мороженое есть. Ну, папарацци, да? Ну что, Алисия, вкусное мороженое было? Да. Да? Ребят, мы уже дома. Вот наш тут попрыгунчик скачет. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Всем пока-пока.